Всем привет, Макс Риск. Сражение продолжается. Так, тут, наверное, тоже на России нападет, но ничего там. Смотрим. Тима. Слава богу, а то я за Россию играю, а там капец, что происходит. Честно. Какого черта? Так. Ага, Польша такой же, да? Понял. Собираем войска или как? И еще по твоей армии я забираю, чтобы он там не нервничал. Франция с кем? Франции вообще так мало войск, как я понимаю. Реально. Значит, случай. А. Я подожди, на Италию. Все. О, топ-1. Пополнился. А. Вот так вот я пробую. Все боятся за такую сцену, потому что он атакует. Он тоже. О. Крепости фабрики. Ну, в принципе, можно. Где это находится? Ага. Чё? У меня ровно 1000 монет получается. Ну, я приборщу нам. Ну вот даже танка только нужно рождать. Что на рыба продаю. Продаю, да? Что-то я же это продаю. Так, 3.3. А, нету. 4.5, отличная тема. Вот уголь, в принципе, но. А там до остального не все нужно. Остановлено. А чё? Ну. Так, можно производить целыми днями, как понимаю, крепость еще. Все, высоко. Доски на дороге. Ого! 30 сразу, 3 хатку. 30 сотку. Кто это делает, а? Капец. Значит, набросимся на него так личком. Давай почитаем. С какими? Точно, спасибо, с праздником, с каким? 8 марта! Марта! Европа. Хороший клан. С нами кто еще и Тима Франца. Ну что, слабо становится с этими хоть, потому что слишком ближе находится. На что можно воздействовать с территорию Лондон. Укусить. Ну, если подвинешься, то я посмотрю там. Да, в принципе. Почему со мной? Потому что я. Ой. Что такое? Хотел. Нет, езжай сюда, бро. Езжай к нам. Он там не боялся. Так, ну, в принципе, можно дом воинам, а если нападет. Все, не нападай, бро.
кусок тут стырим одного. Ладно. Так, машина дают нам что-то слабость. Тут КДФ дают. Ну, ДФ не так уж сильно нужен, мы и сами атакуем. Вот подразниться в будущем, то да. Ну, вот это фабрики будем делать. О, кстати, можно закупить дерево сейчас. О-хо-хо. Я понял. Нездорово, а что это такое, кстати? А кто синий такой? Штук красочек такой синий. По-моему. Синий это не классный цвет. Давай так. Блин. Ладно, забей. Тут не было. А, как мы тут были? Так, Италия последний, там потом поражение все. Я же говорил, что все как-то не получится выиграть, поэтому два поражения. Там к тебе пошел. А, Россия напала. А, Россия хочет. Я слушаю, блин. Это ты работали кто, а? Просто Россия. Ух, какая. А я даже вот этого не могу задержать. Так, ресурс, конечно, дело дрянь, но знаю. Но только мы тут собираемся. Такой понял. Да, 26 сегодня, но вообще-то уже 50, так что захватим кусочки. Да, корпус, что? Насекать где-то. Опа-на. Так. То есть чувствую, что он хочет. Да, он захватывает. То есть он подавалки играет. Ну, окей. До 4 говоришь. Забираю. 8 войск туда. Отправляю их всех сюда, на. Давай. Тоже 4, он только у нас подкрепление типа того. Ну хай тоже, в принципе. Всех я нападаю, все вот говорит, что к этому война, но будет на меня спину. Да не, нормально. Франция такая, а, тут безопасно, да, Франция безопасно. Конечно, так хорошо, слушай, нападает. Ой, как сильно нападает она. Вот туда, отходи сюда. А если тут был бы один воин, то я бы напал. 122. Ох, какая Россия, ой, какая. Посмотрим, 37 региона. А так нельзя, когда из России, да? Чтобы враги начали ходить. Кстати, как там ресурсы? Это что-то вижу вот так, по одному рыбу хоть. Процент. А, во как. Не, ну я хотел, чтобы были все плюсы. Может быть, вдруг что будет в будущем. Опа-на. Ничего. Ну, может поджать, ему не хочу тратить монеты, ждем. Это кто? А, он там посредине, прям специально, да? Нормально. Так, ну в принципе можно уже идти сюда вот. Ну, если уже тут, то почему бы нет. Хоть как-то, но побором уже атаковать. Первая орда, помните, вторую орду. Все там будет. Тоже. Сколько все войск? Я даже не знаю, нет, 30, как минимум. 32 войск, нормально. Так, ну все, прошу поражение или как? Давайте. Так, сейчас будет такой дын-дын-дын. Так, совершенно так просто. Увлектись. Потому что каждый день там воюют, вот честно. Захватывают территорию новую. Каждый день там просто месиво. Да, на громе на карту. Цел. Целая. Вот чувак мне захватывает. Что такое? Понял. А. Я понимаю, так это что? Понял. То есть. Что? Ага. Это твои. Это че? Это твои куски. А белый чьи? А у него серию.
Ну, ясно, что он проиграл. Кстати, можно лист написать. Типа того, что я с тобой. Я с тобой, бро. Я в тебе верю, там всякое. Только не понимаю, почему я его не вижу. Ну, пиши просто привет. Ну, общаться нужно, что такое, поддерживать. Чуть такое. Мир. Так, ну что? А, не воюют уже? Не войну хотят. То есть? Мы знаем, кто победитель. Вот он. Он. Вот так. Все захватит с левой стороны. Я думаю, понимаете, про кого я. Двенадцать воинов, а он 2-3-7. Ну что, капец себе. А, ну вы крутые, вот тут топочек было. Ну меня захватил он. Я сдался, потому что у него 57 воинов. Вот тут прикольнее, чем посредине США. Я на прикольнее, так сюда. Я. Так, а, что-то на. Так, тут теперь новая столица. Новая крепость, там очень мощный. Так, красиво. О. Ну, ясно, скучно там. Ладно, радио хватит сегодня. Подожди, от нас еще есть поражение. Да ладно. Всем удачи, пока. Эй, или там. Праздников. Пока.